говорим всем собравшимся в этом зале. Сегодня у нас очередная творческая встреча. В этот замечательный осенний день мы проводим, вот уже во второй раз, районный конкурс вокального искусства «Кленовый лист». И для открытия конкурса слово предоставляется заместителю главы администрации Витебского муниципального района Аргановой Ирине Леонидовне. Дорогие друзья, уважаемые участники конкурса, разрешите мне от имени администрации Витебского муниципального района поздравить вас прежде всего с праздником. Праздником Днем народного единства. Сегодня вся страна отмечает этот праздник, и мы, не Витебский район, также присоединяемся к этому празднику. И я хочу вам пожелать стабильности, замечательного настроения, надежды на лучшую жизнь. Она, конечно, у нас будет. А сегодня в рамках конкурса, вернее, в рамках фестиваля российской культуры мы проводим мероприятие очередное. Это конкурс вокального искусства «Кленовый лист». И сегодня все поселения представили участников здесь на районный конкурс. И я думаю, что он пройдет у нас интересно. Всего участников 24. Я думаю, что каждому из них мы пожелаем победы, каждому из них мы пожелаем хорошего настроения, а нам, естественно, здесь всем присутствующим интересное мероприятие. Всего вам самого наилучшего, и я так думаю, что старт нашему конкурсу нужно дать. Но перед началом разрешите представить... Конечно же, жюри. Итак, в составе жюри мы приветствуем начальника отдела по координации социальной сферы администрации Витебского района Гусеву Маргариту Николаевну, ведущего специалиста по культуре Берегову Светлану Анатольевну, хормейстера народного ансамбля «Раздолье» Витебского районного дома культуры Слабнова Владимира Сергеевича. Председатель жюри Арганова Ирина Леонидовна. Итак, мы открываем. И наш конкурс начинают самые юные участники нашей программы из Семигорьевского дома культуры. Маянцевы Андрей и Александр. Милый
ЦКД Октябрьского сельского поселения. Песня «Подруга моя».
Лестницы, Дом культуры, поселок Старая Вичуга. Песня «А я люблю каникулы». Учебник.
No.
комплекс «Спектр» Сунжинского сельского поселения. Песня «Иногда». Там ее территория выходит из дома, всегда с новым.
Тоже пела я, только посудите сами.
Татьяна, Дом культуры, поселок Старое Вичуга. Песня «Белая Русь».
спеша. Но мне не решиться никак.
Нам надо немножко поговорить, обсудить, да? Хорошо? И мы начнем уже другую категорию.